пессимистичные прогнозы по поводу срока завершения реконструкции Цивильского моста, судя по всему, в прошлом. Закончилась череда судебных тяжб, расторжение контрактов с недобросовестными исполнителями работ. В результате нового аукциона на этом объекте появился новый подрядчик. Злополучный мост реконструируют уже 5 лет. Водители терпят неудобства, поскольку правая часть мостового перехода полностью закрыта. Постоянные пробки в этом месте стали притчей во языцах. Его реконструкция началась еще в 2013 году и должна была завершиться к августу 2014. Но сроки сдачи переносились из года в год. За подходы к мосту отвечал «Волгомост», но он их не сделал. Заказчик «Упердор Прикамье» вышел с иском к подрядной организации. Арбитражный суд расторг контракт. На сегодняшний день решение суда вступило в силу, финансирование выделено в полном объеме, нами подготовлена конкурсная документация, в настоящий момент она направлена в Москву, в Федеральное дорожное агентство, в Росавтодор на согласование начальной стартовой цены. К сожалению, в связи с потерянным временем в ходе судебных разбирательств, строительный сезон уже подходит к концу, в 2017 году. Сегодня мост введен в эксплуатацию только наполовину. Правая часть до сих пор на реконструкции. Незаконченными остались работы по возведению земляного полотна, укладке асфальта и необходимых коммуникаций. Будут продолжены конкурсные процедуры, и в декабре месяце, по предварительным данным, если не будет каких-то определенных дополнительных сложностей с жалобами в Управлении Федеральной антимонопольной службы, с жалобами как участников контрактной системы, так и дополнительно каких-то компаний, то в декабре месяце подрядчик будет определен. Ожидаемая дата завершения ремонта Цивильского моста – август 2018 года. Рифат Фаткуллин, Александр Петров, Республика.